Там Бани. О, Бани! Здорово. Соня, обратите внимание, Элеонора. Элеонора. Потому что видишь, там такой был, что меня остувало. Да, я прыгала, представляешь? Соня, с соревнований. Как дела? Сейчас расскажешь, ладно. Пойдем, Эль. 10 часов уже. Я собрала зайчика. Мы собрались на охоту за яйцами. Завтра католическая Пасха. А у нас тут вот кто-то в корзинке уже. Да. Эля нашла зайчика, который нам будет помогать. Да. Зайчик, зайчик, зайчик. Алёся, зайчик. А там еще один. Ага. Ну, ставь пока туда. Угу. Тяжеленький зайчик. Тяжеленький, да, долго не поносишь. В одной руке. Ага. Время у нас чего, без 5:10 утра? Привет, Вася. Вася, ты зайчик. Посмотри, сегодня будет плюс 25, сейчас пока минус 1. Но минус 1 у нас тут это... Ой, второй зайчик. Минус 1 у нас третий, здесь. Это... Третий, вон там второй. А, как, я не знаю, плюс 10, наверное, в Беларуси. Наверное. Может даже теплее. Ну, потому что... Боже, я иду в футболке. Эля... На Элю специально надела, надела сверху байку. Моя любимая. Угу. Теперь, папа, теперь. Потом снимет перед охотой. Не-е-е-е. Чтоб собрать. Корзинка у нас была только такая. Поэтому у вас... И то мы не покупали, это мы по приезду нам еще друзья Ким в ней что-то передавали. Ну все. Соня, давай скорее выходим. Охота на зайчиков. Девчонки, подождите, ну унеслись. Девчонки. Hello. Поздороваемся. Соня, ты здороваешься с русской аудиторией. Всем привет. Вот. Осторожно, ветки. Телефон. И хочу сказать, что вот папа работает практически на таком же траке. Да, папа больше. Зачем? Неправда, он не бросает. Я понимаю. Папа просто бегает всегда. О, все привезли. Телевизор. Я ничего не вижу. Солнце. Эля, потому что ты идешь медленно очень. Я тебе наступаю. Какой цвет красивый у машины. Слушайте. Да. Непередаваемый. Классный. Какой-то очень такой мягкий. И... Мягкий это серый было... такой, да? Как будто да. Вот чуть-чуть серого в белую краску добавили. Капельку прям, да? Очень красиво. Белый, только грязный, так что не очень. Как обычно. Музыка. Горы. Я сейчас расскажу. Видишь вот такой вот, вот этот вот домик? Конечно, вижу. Для птичек. Там... Это не для птичек. Я понимаю, типа для птичек. Ага. Там лежат книги. И вот такие домики возле школ очень часто бывают. И ты можешь просто открыть. Библиотека. Сейчас покажу. Смотри. Ты можешь просто открыть. Взять книгу, почитать. Почитать и вернуть обратно. Хорошо. Пойдем. Ой-ой-ой. А это что? Это, наверное, для бейбисов. Это для бейбисов. А, там разные территории? Конечно, по-разному. Ой, разный возраст. Я красота! Мама, я свою другу через это должна найти. Прикинь, тут Гарик. Ой, Гарик, ты что? Ух ты, сколько людей. Прохладненько, я еще голову помыла, как обычно, не высушила. Да вообще нормально. Нормально, ладно. Горы, зато красота, солнце. Че мы ищем с тобой, заяц? Мы ищем поляна 12, 8, 9, сколько лет? 10! 10 лет! Ищем так, ищем, ищем, ищем. 10-12 уже. Это второй, третий класс. Слушай, по классам, видишь? Вон, 4, 5, 6, вот здесь. Ну, в общем, тут уже все на низком старте. Но... Надеюсь, что будет не очень много детей, чтобы они просто не покалечили друг друга. Мне кажется, 4, 5, 6 это самое. Они уже готовятся, смотри, смотри, они. Тактику рассчитывают, глянь. Переступить ногу, и потом... Да, мы тебя снимаем, мы вас снимаем. Мальчишка в личной рубашке заметил, что мы его снимаем. За конфетами, стоит просто, кипиш. Да. Пошли обратно. А я с корзиной, с такой большой, такая тетя с большой корзиной, думает, ну все, с этой тетей нам не справиться. Еще группа поддержки в виде Софии. Гоу, мама, гоу!
деле, несправедливо. У них яиц, наверное, не хватило, если вот это штука. Вообще написали, что 20 тысяч яиц разбросали. Даже не 20 тысяч. Но, понимаешь, сам дольше всего, представляешь, кто будет собирать? Там бэбики. Представляешь, они еле ходят, еще только научились. И будут вот территория, и очень и в свою маленькую корзиночку будет складывать, что-то там идти, пока он лучку возьмет, это яйцо, да? Да. Леонора гуляет. Классно. Возле дома. Никуда ехать не надо, да? Мы с Софией все-таки возвращались домой, чтобы одеться. В итоге Соня сказала нет, но у нее очень хороший красивый лук. Она не хочет портить его какой-то там байкой. Да нет, я шучу. Ты это ж не дала договорить. Мне просто не холодно. Да, мне просто не холодно. А я закоченела относительно головы и ушей, потому что голова мокрая. Так что одела байку, одела кепку. Идем туда заново. Да, пошлите с нами. Нет, лучше пойдемте. Пойдемте, да. Элеонора осталась с подругой. А мы ходим. Вот выдала нам свою корзину. Мы с ней ходим. Вот. Идем. Пошли. Пойдем. Очень хорошо, у тебя очень мало. Мало сала. Ну нет, в следующем ролике у тебя будет много. А что за следующий ролик? Или предыдущий? Я не знаю. Короче, да, что там где-то. Да, Эльки мало. Эльки мало, нас мало. Ну а как, я же не могу ходить сама с собой разговаривать. Так с тобой разговариваю. Вот мы пришли на место дислокации, собственно, вот Элеонора пришла. А зачем тебе палки? It's okay. Оба, Эля. Некрасиво, зая. This already in like 9 minutes. Сейчас будет массовый старт. Там Гарик. Где? Он не Гарик? Внизу, это папа его так назвал. Точно, это пацан. Это парень. Он там, где начинается оборотка Стефана. Гарик, я думаю, это кто? Это мы его так называем, Гарик. А зовут его на самом деле как, Элеонорка? Гевин. Гевин. Эля стесняется. Стесняется. О, Илья, все вот подтянулись. 10:52. Буквально 8 минут. Эля, будь осторожна. Будь осторожна, хорошо? Страшно, я не знаю, как это происходит здесь. Гарик. Гарик. Ну, это папа так его прозвал. Я понимаю. Он говорит, хорошо, будет Гариком. Будет Гариком? Гевин, будет Гариком. Подожди, а вот этот вот мальчишечка темненький, который, это не Гевин? Это не Гевин. Не Гевин? Нет. Ну, я Уэлли спрашивала про Гарика. Я говорю, Гарик, он у нас кто? Она говорит, американец. Я говорю, я понимаю. Я говорю, а раса, национальность. Она говорит, белый американец. Понятно. Белый американец. Мне просто было интересно. Белый американец. Да, потому что... Не буду рассказывать, если этого Эля посмотрит. А Эля не смотрит наши ролики. Я Эля смотрю, что? Не смотрит? Не, Эля не смотрит. Вчера, Лень. 3 недели назад, ну? Гарик сказал о том, что Эля ему нравится. Да. А вчера он спросил, будет ли она его девушкой. Да? Да. Сначала побежала ко мне, говорит, мама, что мне сказать? Я говорю, ты что? Я как я могу тебе? В этом я тебе не... Ладно, начинается забег. Все, проехали. У меня даже такого нету. И не надо, и не надо. Почему нет? Элю я переживу. Ну и что? Потому что Эля за себя постоит. Я нормально, я за себя тоже постою. А ты наивная. А Эля сразу всех эту в узду запрягает. О, ready. Steady. О, сейчас что-то будет. Элеонора сейчас побежит. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Ничего себе! Много. Ну так вообще, несмотря на то, что ты ходила еле-еле. А потому что, Соня, надо быть умнее. Все, пойдем. Ну что, добрались домой. Носы замерзли, да, Сонеч? Да, просто у меня руки замерзли. Будем делать распаковку яиц. Девочки включили Саймона. Да, кстати, мы установили домашний кинотеатр с того, что у нас было. Папа хотел продать. Как-то давно где-то у нас залежался он. Я говорю, слушай, а нет у нас разве домашнего кинотеатра? Папа порылся в своих закромах и нашел. Оказывается, говорит, есть у нас и колонки. И все есть. И так что у нас теперь тут полностью звук. Или давай скорее, потому что сейчас Феля тебе откроет все. Идите уже, все. Элька начинает открывать. Давай, ты, значит, открываешь сюда, выкладываешь внутренности, ага. Да? И открытые яйца назад не клади, а то ты запутаешься. Их сложно открывать, их сложно. А, да? Ну, я, может, пониже, да, сяду? Наклейка. Это Сонины любимые, да? Вот эти? Я очень люблю, да. Фиши Соня любит. Фиши такие, все. Ну, они одинаковые, типа того, да? Не, фиши, нет, фиши, они сладкие, а эти не соленые, а кислые. А. Фиши не очень нравятся. А Эля не очень любит фиши, да? У меня они вообще не... О. Что там? Кажи. Думаю, ух ты, покажи. Мне кажется, это какая-то наклейка. Да, наверное, такая толстенькая, да? Покажи, какая. Вот на ладоху. Такой зайчик один синенький. Бани. Ага. Не, не надо, Зака. Ну же сразу все. Я не буду, а. Давайте, открывайте, я буду смотреть. Ой, уже поздно. Эти указы вообще... А, это вот эти вот американские типичные, да. О, это уже нет. Я помню, привозили мне сестры двоюродные из Америки. Они их кушали, кстати, вообще очень им нравилось. Мне я как попробовала тогда один раз, все, больше я не пробовала. Мне не нравилось. Не понравилось. Я сразу два открыла. Боже. Угу. Ой, тут еще один объемный, вот такой зайчик. О, большой, красивая зайчишка. Зайчишка. Девчонка. Сейчас тут много просто поставить. Ой, еще один какой-то цветочек. Это фильм. Коробочник. И откусывает, потом еще и... Точно, да. Точно. Прям вот наш Филя, да, характер его. Столько... Ага. А это вот типа ириски? Типа наши ириски, да. Все, это все были. Сколько кожуры? Все? Кожуры. Сейчас я его. Говорю, поздоровайся. Блин, такая удобная вещь, даже не думал. Ну. Настолько удобно стричь. У нас уже дерево зеленое. Кстати, да, вот-вот. Избавились от роз.
Теперь у нас здесь мульча и все красиво. Элеонорка пришла. Ты знаешь, вообще другое дело. Казалось бы, сейчас будем еще равнять дальше. Зая, надо будет сейчас подровнять. Вот иди сюда, просто тебе нужно отойти в сторонку, издалека посмотреть. Давай я отойду. А, ну, я уже вижу. Ты иди сюда, иди вот встань, где Эля. Может, не с этой стороны лучше подровнять. Может, с этой стороны? Вот посмотри, видишь? Скатывается, как лестница. Ага, давай. Здесь надо обрамлять. Не-не-не-не-не. Все, достаточно, Зая. Да, хорошая мне. Ладно, пусть нам может. Ты туда, вон под кусты, под кусты. Под сам шитик. Да. Дим, иди сюда. Мне кажется, вот именно этот вот третий куст большой, он чуть-чуть выше. Ага. Иди сюда. Вот буквально чуть-чуть. Ну как, ну не знаю, может, сантиметра три. Видишь? Первый, второй не трогай. Два. Вот. Ну, чуть-чуть. Крайний самый, да? Да. Запомнил? Давай. Давай. Абракадабра! Это было на английском. Что означает? Мальчик, который жил, пришел умереть. А, понятно. Все, Зая, заканчивай. Вообще просто. Да, посмотри. Все, сейчас еще газончик зазеленеет, будет вообще красота. Да, так лучше. Ко мне прилипает. Все эти перья, потому что я вот эти одуванчики рвала. Надо руки помыть. Класс. Угу. Дерево у нас зеленое. Там он еще дерево растет. Хорошо. Другое дело. Сейчас сматываем удочки. Сматываем удочки. Вот этой вот табличке welcome. Вместо О из самшита сделана буковка. То есть все очень подходит. Тоже папа купил. Сказал, старался, подбирал. Слушай, давай купим еще пару мешочков красной мульчи вот сюда, вот, чтобы оно смотрелось все гармонично. Куда? Вот сюда. Видишь? Вот именно где зазор вот этот. Вырвать вот эти вот все непонятно. Да, все сухари убрать. Это они же, они просто не пошли. А, ну все, все сухари убрать, все лишнее. И вот так вот мульчи все. Это дерево пусть остается и наши самшитики. Ну что, погнали? Всем привет, следующий день. Привет, привет. Дима купил мульчу такого же цвета, да? Да, красная тоже, red. Привет, Эль. Эля сегодня дома, третий день. Завтра в школу, все. Причем... Уже ухо закапало. 2 сквер фита. 56 литров написано. Да, мульчи. $2.5 стоит. Один пакет. Сейчас быстренький демонтаж. Покажу. Ой, хорошо смотрятся наши кустики. Вот эти порезанные, обрезанные, да. Выровненные. Так. Демонтируем кусты. Убираем сорняки, так сказать. Местного разлива. И засыпаем мульчи. Будет красиво от камушков. Вот от этих, вот от камушков, да? От трубы. Не, вот отсюда. Не-не-не. До вот
А, я думаю, это от камушков. Нет, камушков, от камушков. Да, да, вот отсюда и пойдет, да. Ага. Все, погнали. Зая, можешь дернуть вон тот, смотри, вон тут, вон, сухостой вот этот, угу. Просто, да, так он портит. Конечно, не наша территория, нас могут за это привлечь. Сплюнь уже, господи. Здесь все не так, как не так страшно. Кино показывают, да. Все хорошо. Задышал. Ну, красота. Вот эти вот три забрать отсюда, Дим. Раз, два, три. И туда их воткнуть. Можно? Ну, другое дело. Ну да. Три раза в сутки у нас поливается газон. Три раза в сутки. Вон у соседей уже такой зеленый достаточно, потому что они на неделю раньше где-то включили. А в принципе у всех остальных, как у нас, можно сказать. Но мы, у нас сейчас три раза в неделю, поэтому буквально, думаю, еще несколько дней все зазеленеет. Сюда мульчу красненькую купим и под нашу вишенку. Будет хорошо. Сейчас перенесем еще фонарики туда. Красиво. Облетает листва. Ой, цветы облетают. Наконец-то. У меня аллергия здесь... вот на эти вот цветы. Всем спасибо, кто был с нами. Да, пойдем дальше. Собирать одуванчики. Вон летит. Прямо белые. Да, вот я вижу. Пошли, а то сейчас начну чихать. Пошли, пойдем, дальше. Пойдем, пойдем. Thank you.
Так, что нам у нас, значит, надо было собрать 12 тысяч долларов пожертвований. Да, мы собрали 21 тысячу долларов. И тогда было письмо, что если соберут больше 12 тысяч, то тогда директор, так сказать, и завуч, директор-мужчина, да, оденется в костюм принцессы, а завуч, да, оденется в костюм лягушки. Да, они, можно еще кое-что сказать? Да. И они будут разыгрывать, типа, сцену, там, где они должны быть женаты и все такое. Ага. Ну, пойдем посмотрим. Короче, едем прямо до самого порта. Я, в принципе, всю неделю называла принцессой. Ничего, что я тут снимаю, а? Ничего, что я снимаю? Подожди, я ж не припарковалась, зайка. Сейчас мы припаркуемся, и мама как раз нас снимет. Вон он, в принцессе. Сейчас, пожалуйста, сделай так, чтобы не видно было, что ты снимаешь. И лягуха там. Вот здесь я остановлюсь. Да. Девочки в очередь на... в примерочную. Эля по-скромному. У меня 14 вешалок. У Сони шорты, штаны и футболки. А у меня тут две майки. Три футболки и двое шортов. Да? Две майки для 14 лет. Немножко необходимо обновить гардероб к лету. Сейчас мы находимся в магазине Ross, Dress for Less. А после... Ой, в Бурлингтоне мы, а не в Россе, да. А потом заедем в Walmart. Так много, потому что у меня по две пары тут, потому что у меня 8 и 6. Потому что мы не знаем, какая подойдет мне. Какой размер, да. А в Walmart поедем, необходимо купальник купить. Да. Купальники девчонкам, потому что вот-вот, да, откроется уже бассейн. Хорошо, хочу беленький какой-нибудь. Хорошо. Пошли девчонки в примерку. Примерочную, да. Так, ну что, вот мы и дома. Да. Соня пока там меряется, мы решили с Элей начать. Эля уже открыла набор из двух вот таких огромных леденцов. Покажи. Ой, за 3 доллара. Он прям огромный. Где моя рука? Вот моя рука. Он почти что моя рука. $3, по-моему, или 4? 3. 3,99. Да, 3,99. Два вот таких леденца были. Один Соня, один Эль. Да. Потом еще вот такие... Я в конце в линии нашла вот такие большие жвачки. Они прям вообще большие. По сравнению с теми, которые там были. Вот такие маленькие там были еще. Такая большая упаковка? Да. А тут можно вырезать еще дырку, чтобы они отсюда выпадали. А, понятно. Вырежем там. Тут я уже пыталась открыть. 396 граммов. Они стоят 4,99. И на них еще маленькие рисунки. А, да. На этих жвачках, да? Угу. Так, еще взяли желатинок мишек. Смотри, Филя прям внимательно слушает. Да, желатинок мы взяли. Очень много. За $5. 4,99. Да, желатин полезен. Вот такие вот. Печенье. Эля очень с папой любит. 500 грамм. 2,99. И девочки обожают... Вот эти вот... Водоросли. Да. Морские чипсы. Да, хорошо. 9 пачек здесь. 9 пачек за 4,99. Вот. Дальше. Эля выбрала себе вот такую футболку. Вот такую вот майка. Я ее нашла в мужском отделе. Она просто очень классная. Мальчишечкам. Да, мальчишечки. Девочек там только розовые какие-то были. Снова. Да, не то. 7,99, да. Значит, такая вот стоит. Вот такая еще тоже у мальчиков. Томми Хилфигер тоже Эля нашла у мальчиков. Так, стоило 25. 7,99. Вот такие вот Nike, по-моему. Нет, да, шорты Nike. 9,99. ХБшные. Угу.
И велосипедки. Да. DKNY. Да, двое здесь серенькие. И черные, да. Они стоят 7,99. Да, такой же фирмы леггинс. Стоили 24 доллара. Так, и Диме. Я тут присмотрела несколько, вот три футболочки ему взяла. Такая вот, не знаю, надеюсь, что будет носить. Никуда не денется, будет. Вот 7,99 такая стоит. Стоила она 19,99. Дальше вот такого цвета хаки. Так, где на нее ценник? А вот на руке. 6,99 такая футболка. И вот. Забыла, как он там называет, матро, этого моряка зовут? Не помню. Ну, классный. Не помню, да. Папа помнит, я не помню. Вот черная футболка с таким принтом. 7,99 стоит. Вот три футболочки папе. Так, а сейчас покажем, что там Соня. Соня, что сейчас там набрала себе. Всем привет, теперь вы со мной. Перенесемся немножко дальше. Вот столько у меня одежды. Так, первое, это такие вот... Давай чуть громче, хорошо? Давай, да. Первое, вот такие вот штаны. Вот такие вот. С карман... Тут фейковые карманы, но выглядят очень классно. Скажите, да. И цвет очень классный. Денег сколько? 16,99 долларов. Ну, понятно. С ремнем были? С ремнем, да, вот этим. Вот этим. Потом такие шорты. Просто хэбэшные, тут они дышат. Нет, это не хэбэшные, это именно такие. Они хэбэшные, прям... Спортивные, да, шортики. Да, спортивные шорты. Чемпион. Чемпион. 7,99. Угу. А, велосипедки. Тоже с кармашками. Да, с кармашками. А еще есть вторые кармашки с замочком. Да, с замочком. Очень хорошо сидят, они высокие. Да, вот пощупал, вот по бок. А, 7,99 тоже. Угу. Извините. Дальше вот такие вот шорты, тоже спортивные. Они совсем невесомые. Пума. Да, прям вообще. 12,99. Соня себе все на тренировке, да и так уже сейчас летом Пума гонять. Потом джинсы клёш. Супер клёш, супер такой клёш, клёш, клёш. Классные. Сколько они стоят, не помнишь? 14,99 или 15,99? 16,99 тоже. Хорошо. Клёш. Прошито, мне нравится посередине, да, строчка. Посередине ноги. Потом... Это с аниме? Да, с аниме. Именно которое сейчас смотришь, да? Да, которое я сейчас смотрю. Начала недавно. Моя геройская академия. Стоит 70... Как называется? Моя геройская академия. Моя геройская академия? Да. Ага. 7,99 долларов. Угу. Такая майка. И еще одна. Майка с аниме. Хантер Хантер называется. Хантер Хантер? Да, тоже недавно смотрел. 7,99. Отлично. Так, потом... а мелочушка там еще какая-то, да? Так, мелочушка, да. Я взяла сережки все вот такие вот. Эля, пожалуйста, не шурши пока. Сережки вот такие вот, змейки. Ой, красиво. Померишь, потом покажешь, да? Ну? Конечно. А сколько стоит? А, точно. 5,99. 6 долларов. Угу. Там я взяла такой маленький кошелечек. 4,99. Тут для... У меня вот там уже есть. Тут для... Нет, вообще здесь бумажек. Нет. Тут нет. Это просто ты сейчас положила. Да, я просто так положила. А тут для мелочи. Чек как раз. Угу. Потом я взяла два крабика. Нюдовые такие прозрачные. Нюдовые, да, да? Прозрачные очень. 4,99 за два. Угу. Перчатки. Прихватки. Это прихватки. Я нашла. Да, Снупи. Ким наша любит. И я их купила аж за 2,99. Да. И мама как раз нашла три доски. Да. За 7,99. За 7,99. 7,99. Ну, вот отлично. А еще нам необходимы купальники, еще там футболочек, шортиков, носочков надо накупить. Да. Мы поедем в Walmart, в Ross и в Marshalls, да? Угу. Ну, это потом. Либо завтра, либо через недельку. Да.
Ага. На все про все у нас еще... потратилось, ушло $200. Да? Не могу найти. Слышите? Как здорово! Давайте считать. Значит, ой, после дождя как позапахло. Значит, сегодня 29 апреля. Первая гроза в этом году и первый дождь. Посмотрим, сколько же дождей у нас будет в этом году. Как пахнет! Ой! Потрясающе! Капли такие большие. Боже, как пахнет. Молния была. Начинался дождь с громом и молниями. В итоге... Та-дам-та-дам! Надо его перевернуть на следующий дождь. Смотрите. Добро пожаловать в Колорадо. Переверну другой стороной, чтобы еще с другой стороны помылся. Хотя мы его мыли. Ой, какой запах потрясающий. Как красиво, как тепло. Вот, кстати, несмотря на снег. Летний запах после дождя, во время дождя, вот летний, там пузырьки по луже. Класс! Лето летнее. Со снегом. На улице плюс 16. Странно, да? Учитывая этот снег, град. Здесь здорово.